велосипедист стоял возле обочины, на обочине, более точно, на велосипеде, сидя на велосипеде стоял. Я подъезжал, издалека видел его, что он крутил головой просто. Ближе подъезжаю, он быстро поворачивается и начинает трогаться. На каком расстоянии, не могу сказать. Начинает трогаться и резко начинает влево поворачивать. Стараясь его объехать, выехал на встречную полосу с применением торможения. Зеркало уже видит то, что как бы он зацепился за боковой отбойник прицепа, полуприцепа, и упал, и видел то, что задние колеса по голове как бы проехали. Тогда уже резко остановился. Ясно. С какой скоростью двигались? Где-то 40-50. 50 километров в час. Водительский стаж у вас какой? С 83-го года. С 83-го. А ранее совершали дорожно-транспортное происшествие такого рода? Такого рода не было. С людьми не было никогда.